Добрый день. Сегодня я экспериментировал со свечой, разобрал ее. Чтобы ее разобрать, вот здесь надо аккуратненько сточить немножко, она как бы вот заклепана, ну мы стачиваем, и она вытаскивается. Остается вот такая вот запчасть интересная, есть у меня одна мысль на нее. Чуть-чуть она не подходит, сделать из нее оправочку для гравюра. Вот здесь отверстие на 8. Нам было бы оно на миллиметр меньше, мы бы нарезать могли резьбу и накрутить, и там уже готовая под камень. Вот, ну, поэтому, но не подходит. Вот керамику я разбил случайно, вот эту вот часть. Вот здесь вот она, так, вам гравюр мне не нужен. Что можно делать из этой части? Если ничего не делать, ее можно зажать вот за вот эту вот часть. Просто вот так, не видно сейчас в патрон, но у меня он на 16, поэтому не знаю, в дрель влезет или нет. И а вот здесь вот она уже, то есть она не покрыта глазурью, она здесь такая шершавая, и можно использовать как точильный камень. Вот можно, на мой взгляд, использовать ее как точило ручное какое-то походное. Вот. То есть мы можем вот так вот в кадре, да, я ну вот я не знаю, по, а холодильник это, но по звуку вот что есть трение, и он такой меленький камешек, небольшое зерно, то есть довольно можно, на мой взгляд, неплохо заточить. Вот, ну, соответственно, можно там не на токарном, а пилой аккуратненько то спилить, если у кого нет токарного станочка. И вот такую вот, ну, не знаю, насколько тяжелая. Вот я не понял вот эту вот часть, металл это или нет. Ну, как металл, она вообще у меня не точилась. Слушай, время на какой-то гладкой, либо это какой-то металл хитрый, либо керамика, как-то вот она лоснится от чего-то. Ну, она на конус. Вот в чем проблема. То есть так вот, и если бы это был металл обычный, я была идея сточить его 3,2 и вставлять в гравюр. Вот это вот отпилить, получилась бы такая вот интересная насадочка опять. Для гравюра керамическая, вот. Но если, скажем, вот это отпиливать алмазом, ну, вот, дороже выйдет, купить проще какую-то там насадочку. Вот. Что еще? Ну вот такая вот тема. Вот после того, вот это вот оно, видите, у меня удивительно станок погнул. То есть я не ожидал от него такой пройти. Ну это просто железо, сталь, она магнитится. Вот здесь есть какая-то насечка, может быть что-то, когда она была прямой, если вот так вот положить, не знаю. Что-то может быть можно и сделать, а может быть нельзя. Вот, теперь у меня какие есть варианты. Ну вот это вот, она на конус вот такой, его вставить, зажать в патроне практически теперь невозможно. Только надо как-то аккуратненько отбивать, и вот эту вот часть. Ну, попытаться кусочек выпрямить, чтобы... А так она вот неплохо сюда зажималась, вот так вот получалось. И вот здесь мы могли бы что-то... точить, править. Вот такая вот тема. Ну, опять же, мне вот нравится, и что еще сказать, не без ног. Здесь вот этот вот их как бы бортик. То есть вот если мы нож, оп, ну то есть мы, ну если он соскользнет, ну сложнее пальцы порезать. Такие вот дела. Кстати, опять же, может кто-то знает, как керамику можно аккуратно разрезать чем-то. Что-то, ну, алмазом, я говорю, это будет дорого и невыгодно. А так вот, если отрезать... А, ну как его зажимать? Вот эта штука так и не точится. Я думал, и эту сточить, но вот что-то она не сточилась. Вот такие. Вот так, ну, как скажем так, устройство такое вот у свечи. Зажигание от автомобиля.
от автомобиля. Там у меня кое-какие еще были идейки насчет этого нового. Теперь понятно, что я... Я думал, она внутри пустая, и тут идет какой-нибудь тоненький проводочек. Может, медный. Он не стальной и не тонкий. Вот, просто хотел там кое-что сделать, но это надо было высверливать, а высверливать это, ну... Ну, в принципе, можно сталь, что она высверлится. Ну, не так уж много там места для того, что я хотел, не подойдет. Такие вот дела. Благодарю за внимание. Всего доброго.